Но из-за сложного ландшафта подобраться к очагу возгорания было невозможно, поэтому в тушении пожара задействовали авиацию. С воздуха огонь тушили вертолет Ми-8 и самолет БЕ-200 из Геленджика. Воду они набирали здесь же, в акватории моря, и сбрасывали на очаг. Ситуацию осложнял ветер, он раздувал огонь. Пламя успело распространиться на несколько гектаров. Однако уже к 19 часам огнеборцам удалось справиться со стихией. Пожар был ликвидирован. Причина еще не установлена, но чаще всего это происходит по вине человека. Поэтому спасатели напоминают, что сейчас на территории лесов и парков огонь разводить категорически запрещено. В засушливую погоду к большому пожару может привести даже самая маленькая искра или непотушенная спичка.